Привет-привет! С вами Лилия Донскова. И уже в преддверии Нового года я получаю второй заказ из каталога номер 17 компании Oriflame. Этот заказ тоже на 150 баллов. И сверху сразу лежит чудо. Это скатерть, которую я заказала со скидкой 50%, которая идет для участников премьер-клуба. Хочу вам ее показать поближе, чтобы вы сами увидели, насколько она классная. Смотрите, ткань тонкая, то есть она не плотная, как клеенка, то есть это прям вот такая вот тканька-тканька, сминается вот так в кусочек. Вот такой красивый рисунок, прям вот классный золотой орнамент. И на кончиках с каждой стороны, на уголочках, вот такие вот классные кисточки золотистого цвета. Скатерть огромная. Я ее разворачивала уже, потому что мне было очень интересно, какая она. У нее получается длина 2 метра, а ширина 1,40 м. То есть она на большой прямоугольный стол. Такое вот чудо. Не буду ее сворачивать. Так, положу красиво. Красивый будет фоном у нас золотистым. Вот так. И кисточка здесь. Чудо, конечно. Я давно хотела скатерть. У нас каждый год к Новому году выходила какая-нибудь скатерть. С новогодними елочками, такая зеленая с красным, еще какие-то, даже с колокольчиками. Я каждый раз брала себе скатерть, и у меня ее забирали. То есть я не успевала ее даже распечатать. А потом она заканчивалась на складе. Эту скатерть я заказала и даже никому не показываю, потому что я ее хочу себе. На самом деле, я очень люблю белые скатерти, я даже на кухне, на стол клееночки всегда покупаю беленькие. Вот, и скатерть мне очень понравилась, я думаю, что в новом доме, на большом столе она будет просто классно смотреться. Вот, какие отзывы о этой ткани? Предыдущие скатерти были примерно такого же качества, шикарно в носке, они классно стираются. И вот кто у меня даже брал 3 года назад скатерть, до сих пор пользуется, и она классно выглядит, то есть она не испортилась, нету каких-то там растяжек, затяжек, все классно. Поэтому я думаю, что эта скатерть тоже нам будет служить долго. Так, далее, сразу хочу похвалиться моим приобретением из коллекции Nur Skin. Такие две красивые коробочки синего цвета. К сожалению, никто из вас не угадал, какой же я наборчик себе выбрала. Я на него прям слюньки пускала, думала, брать, не брать. А, не показываю, да? Так, все в коробочках. То есть сначала я сняла вот такой вот, как-то защитный такой файлик картонный. Потом дали такая коробочка красивая, плотненькая. Из коробочки я достаю мешочки. 2 мешочка у меня такие классные, с логотипами Nur Skin, буковка N. Они с такими красивыми кисточками. И в этих мешочках лежат мои украшения. Я их сейчас разодену. Та-дам! Это оникс черный. Смотрите, как круто на черной веревочке. Мне очень нравится такой жгутик черненький. Такое роскошное украшение. А самое интересное, когда я его повернула другой стороной, то сзади оно тоже очень красивое. Посмотрите, как классно. Сразу одену на себя, чтобы вы могли полюбоваться, как оно в деле смотрится. Тут еще есть цепочка, которая регулируется, и можно сделать чуть подлиннее или вот так прям под горлышко. Я, конечно, себя не вижу, но надеюсь, что это прикольно смотрится, вы мне скажете потом. Я потом подойду к зеркалу. Ну и, конечно же, такие же сережки. Серьги гвоздиками сделаны. Точно такой же листочек. Сзади очень красивый, там, кстати, выбит логотип N, Nur Skin. Вообще очень круто. Одеваю сразу. Я специально сразу без украшений села, чтобы ничего не снимать, а сразу одеть такое вот классное украшение. Серьги такие прям вот, ну, весомые, я их чувствую. Они не подлежат такой вот носке, как говорится, ну, на постоянку, на каждый день. Скорее, это такой выходной комплект, когда на несколько часов нужно одеть. И просто классно, чтобы он дополнил одежду.
такое какое-то состояние сразу от этих украшений, такое солидное, как-то праздничное. Вот, такая вот красота. Надеюсь, вам это нравится. И я на себя потом посмотрю в зеркало. Мешочки оставляем, коробочки убираем. Так, ну здесь, конечно, пакетик, беленький, как я люблю. Что дальше? Я заказала две расчески из серии Higher X. Профессиональные расчески, я вам покажу. Вот. Найти бы, как они открываются. А, их надо вскрывать. Ой, не могу открыть. Надо было запастись ножницами. Ага, вот открыла. У меня вот такая круглая щетка уже давно. Наверное, около года я ей пользуюсь. Я просто от нее в восторге. Чем удобна такая щетка, ей очень круто сушить волосы. Например, челку так подворачивать, какие-то там загибы делать. Вот она как бы у меня для укладки такая. Расческа раньше была в таком серебристом обрамлении, в цвете, да, серебристом. Это черная, и у нее очень приятный материал. И очень здорово сделаны вот эти вот шарики розовенькие, которые защищают от того, чтобы щетинки не царапали голову. Вот я очень оценила эту расческу, тоже круглую вам скажу. Посмотрите, какое чудо. Это прямоугольно, а круглая, ей потрясающе расчесывать волосы. То есть это массажка, она классно массирует голову, очень хорошо распутывает волосы. Прям суперская расчесочка. Тоже рекомендую. Хороший материал, очень долго служит, легко помыть, легко почистить. Прям вот красота-красота. Это под заказ набор. Тут гель для душа с лавандой и аромат маскарад. В первом заказе я сразу открыла аромат себе, потому что его себе заказала. А этот под заказ, поэтому открывать не буду. Просто смотрите, как это красиво оформлено. Тоже классная идея для подарка. А если, например, для вас это дорого, такой подарок, можно разделить. Кому-то подарить парфюм, кому-то гель для душа. Та-дам! Здесь у меня огромное количество туши. Сейчас посчитаю, сколько. 10, 11. Здесь 11 тушей. В прошлом заказе было, по-моему, 14. Их уже нету. Пришли в одно место клиентки. Она просила для себя две туши. А я взяла с собой все, на всякий случай. И у нас их все разобрали просто на месте. Коллектив такой дружный. Все пришли, сразу тушь взяли. Я уже себе тоже тушь открыла. Уже ей крашусь. И я так радуюсь этой кисточке. Все-таки вот новая тушь XXL 5 в одном. У нее кисточка чуть другая. И она для меня менее удобная. Но зато в той туши тушь смывается полностью. А это все-таки вот она остается на коже. Ее нужно снимать специальным средством для снятия косметики. Ну, это как бы не минус, я считаю, все-таки. Взяла с распродажи два крема для рук Пролине. Это у меня дочка попросила для своих подружек, потому что они очень любят этот аромат, этот самый вкусный аромат, поэтому нужно повторить. Уже дарила она такие кремики. Это мой хомяк включился. И когда я увидела эти кремы, огромные, по 150 миллилитров, такие классные флаконы с миндалем и серия Loving Care, я решила, что надо сделать запас, потому что я очень люблю крем для рук и все время им пользуюсь. Многие спрашивают, как он по качеству. То есть, если сравнивать, например, вот с кремиками, которые у нас идут сейчас во вкладыши, вот в таком формате, они по 79 рублей, то они более такие жиденькие. То есть они прям как лосьончики наносишь, они сразу впитываются. Этот крем, он погуще. Но он не такой густой и жирный, как крем мед и молоко. Но он очень хорош. И мне понравился, поэтому возьму себе с запасом. У меня крема уходит очень много, потому что я руки мажу несколько раз в день кремом. У меня очень сухая кожа на руках. И после каждого контакта с водой я всегда мажу руки кремом. Так, это тоже дочка попросила. Я не это хотела. Просили дыню. Я выписала кокос. Катастрофа.
Но блеск кокос, это блеск для губ, серия Love Nature, он тоже очень вкусно пахнет. Возможно, он тоже подойдет. Ладно. Он идет во вкладыш. Увидите его, когда вкладыш открываете, сразу там три блеска. Сейчас у нас идут смягчающие средства. Я, конечно, хотела с ароматом миндаля, но его почему-то нет на складе. Его резервируют. Я заказала с розовым маслом, потому что тоже нужны на подарки такие всякие мелочи. Вот мы запасаемся подарочками. Это еще не все. Это заказала дочка. Лак такой прикольный. Лимонный чизкейк, по-моему, называется. То есть он прям нежно-нежно-нежно-желтенького оттенка. Не густой цвет, обратите внимание, такой мягкий, нежный. Я думаю, что он на ногтях будет смотреться просто роскошно, как и все лаки The One, которые сейчас, кстати, идут с огромной скидкой. Так, что еще? Еще один лак. Я не могу устоять, когда лаки по такой хорошей цене, и я всегда беру в запас еще красных, потому что я очень люблю красные ногти. И красный лак, мне кажется, это самый такой ходовой цвет, который вот, ну, прям можно пользоваться и пользоваться постоянно. Так, два карандашика серии The One. Вот такие вот карандашики. Они сейчас идут с огромной скидкой. Я взяла себе розовые и коричневые оттенки. Самые ходовые у меня цвета, конечно, больше всего уходит коричневый цвет. В описании под роликом будут стоять коды моих любимчиков, можете их посмотреть. Я вот, честно, не помню, они называются все так интересно. Так, еще помада, не знаю, это что. Это заказ, это матовая помада «Сахарная карамель». Это заказ от клиентки. Она, кстати, ждала три каталога, потому что ее не было на складе. Я постоянно заказывала. Она говорит, давай без скидки, со скидкой. Нет на складе, и все. Слава богу, он пришел, как говорится. Вот такая классная матовая помада. У меня два оттенка. Какао и... А, пряное какао, по-моему, и пралине. Классные. Вот постоянно то одним пользуюсь, то другим. Мне очень нравятся такие цвета, классные. На губах лежат хорошо. Губы не сушат, даже несмотря на то, что уже зима, мороз. Все очень классно себя чувствует. И взяла себе вот такой шампунь Элио. Узнаете этого красавчика? Да, шампунь, конечно, не из дешевых, дорогой. Но он роскошный. Так как я сейчас делаю смывку волос, и я хочу, ну, волосам дать как можно больше питания, поддержки, чтобы они от стресса быстрее отошли, я решила побаловать их Элио, потому что я маслом активно пользуюсь Элио. Ну вот еще буду теперь шампунчиком охмыть, чтобы было вообще просто замечательно. Так, теперь, пожалуй, точно все. Здесь целая пачка, огромная пачка каталогов новых. Сейчас покажу, как они выглядят. Тут прайс-лист. Сейла, красивый, классный каталог. Очень много в нем будет скидок, классных предложений и всего-всего такого вот нужного. Вот. Хочу сказать по секрету, что буквально сегодня я отправила еще один заказ на 200 баллов. По-моему, даже на 205. Итого уже более 500 баллов заказ. Еще только первая неделя каталога, представляете? Поэтому еще раз напоминаю, используйте это волшебное время предновогоднее. Позаботьтесь о том, чтобы ваши близкие приобрели хорошие подарки, нужные подарки для своих друзей, а не покупали какую-то ерунду, там, типа сувениров каких-то, статуэточек и так далее. Надеюсь, видео понравилось. Если что-то полезное увидели, отзывы пишите, как вам наборчик. Почему никто не отгадал, не знаю. Хотя было очень много предположений. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Жду от вас лайк. Пока-пока. Всего доброго. GoPro. Стоп видео.